Всем привет! Вы на канале Бухты Барахты. Сегодня мы с Наташей вас порадуем. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Вот ссылка. И сегодня, Злата, я хочу тебя узнать чуть-чуть поближе. Давай. Я задам тебе несколько вопросов. Хорошо. А ты мне на них ответь, но только честно. Первый вопрос. Твой канал называется как? Ух-ты, барахты. Вот, а почему он так называется? Потому что я же блогер. Черт, я же блогер. Надо что-то снять. Потому что ты блогер? Да. И такое название решила придумать? Да. Сама придумала? Нет. А кто помогал? Мама и папа. Какое видео на твоем канале нравится тебе больше всего? Мы с Егором Кридом поменялись. Егор Крид. Только там не Егор Крид, да? Егор Крид. Егор Грин. Да. Верни мое тело. Так, Златик, давай успокоимся и подумаем, что нам делать. Злата, опиши, как выглядит твой любимый музыкальный инструмент. У скрипки просто палочка отдельная и сама скрипка. А какая она? Такая круглая? Нет, она вот так вот, палочка, и вот. И вот так. Угу. Очень интересно. А палочка вот так просто. Следующий вопрос, только отвечай на него быстро. Ты бы смогла съесть целый лимон? Да. Он же кислый. Нет, а я люблю. А сколько лимонов ты можешь съесть за один раз? 50-300. Если бы у тебя был брат, то как бы его назвали родители? Егор. А как бы его назвала ты? Какое бы имя ты дала своему брату? Саша. А еще есть варианты? Матвей. А еще? Лола. Очень интересно. А какое-нибудь необычное имя для брата? Тамерлан. Представь, что тебе нужно уехать на необитаемый остров. Какие бы три вещи ты бы взяла с собой? Рюкзак, в него положила скрипку, специальный отдел скрипки. Еще я взяла бы мячик, чтобы играть там в море. Надувной? Да. Вот такой? Еще Алису взяла. И Алису. Значит, рюкзак для скрипки, где бы лежала скрипка, мячик. И Алису забрала бы с собой на необитаемый остров. Да. Какое бы большое животное ты бы хотела завести у себя дома? Какое-то необычное большое. Енота. Хамелеон. Хамелеон? А как выглядит хамелеон? Какого он цвета? Он разного цвета, потому что у меня цвет маскируется так. Маскируется? От кого? Зачем ему маскироваться? От тебя? Он пугается. Он боится тебя? Нет, он пугается всех людей, которые большие. Всех больших людей. Да, я мечтаю завести скрипку себе и хамелеона. Угу. Необычные животные. Готовы? Да. Во сколько ты ложишься спать? В сто. Yeah! Бывают такие ситуации, когда очень хочется рисовать, но нету ни фломастера, ни карандашей, ни ручек, ни красок, ничего. Что тогда делать? Может, найдем альбом и краски, и карандаши? Красок нету, и карандашей нету. Нет, синий есть фломастер. Может, синий фломастер? Никому не скажу. Да. А изобрази, как открывается скрипучая дверь. Нет. Ты сможешь показать фокус? Да. Покажи. Карандаш на месте. Здорово. Собака или кошка? Собака. Гулять или сидеть дома? Гулять. Кататься на роликах или кататься на велосипеде? Гулять на роликах. Злата, расскажи, что в твоем понимании детский сад?
Там дети кушают, спят, играют, занимаются, кушают, спят, гуляют. И так целыми днями. Да. Ну что же, тогда прощаемся с нашими друзьями. Это вопрос. Если хотите еще что-то узнать, пишите в комментарии. И мы обязательно ответим на ваши вопросы. Пора прощаться. Да. Да. Пока-пока. Пока-пока.